Сегодня мы с вами на эндуро покатушке, но это не этап чемпионата России, а мероприятие, которое проводят любители эндуро кайфа в лесах нашей необъятной родины. Смотрите, очень большое количество разных участников, да, но мне все больше интересен будет самый неподготовленный мотоцикл, самый, так сказать, неподготовленный участник. Кто же это будет? Либо Урал, либо, может быть, Альфа, либо еще кто-то. Мы с вами болеем за мотоцикл Минск, из-за того сумасшедшего парня, который едет совместно с настоящими эндуристами по этому сложному маршруту. Пойду, найду его. Всю трассу планируешь пройти? Ну, как, если не упаду, то да. Посмотрим. А какого года мотоцикл у тебя? Вот этот? Да, да. 97-го. Это кто? Минск, лидер. В данном случае он будет Минск аутсайдер. Да почему ты так думаешь? Чувствую. Доброе утро. Ветераны здесь. Все здесь. Самые старые, седые. Будем ехать, как и все. По болотам, по лесам. Всем привет. Мы сегодня здесь собрались на эндуро-катушку. Нас порядка 60 экипажей, это мотоциклы с колясками, одиночки Уралы, китайская техника и вплоть до подготовленной бетты. У нас запланирован маршрут, мы поедем по заброшенным лесным дорогам Сосновского района. Конечная точка у нас будет озеро Унзово, мы там остановимся на пикник, пообедаем и прямой дорогой поедем ближе к дому. Сколько будет продолжаться сегодняшняя гонка, Сергей? Гонка? Или просто езда? Просто езда. Не знаю, часов 5. А что вы взяли с собой, покажите. Так, бутылочка воды. Реклама. Так, и что еще? Основное. Это запасной аккумулятор, что ли? Да, для себя. Не для мотоцикла. Для себя. На чем едешь, Серый? На двух колесах. Пожалуйста, не делайте суматоху в колонии. Держите дистанцию, никого не обгоняйте. Как выстроились, так и держите, ну, колонну друг за дружкой. Не обгоняйте, не бежайте. Когда харды будут уезжать из колонны, никому не надо вставать. Едьте, как ехали, не создавайте просто пробки. Они уехали, и они потом снова вернулись, их квадроциклы запустили, и они опять в колонне поедут дальше. А мы харды? Вы не харды, Костя, вы просто... Наш Минскачок поехал, так и едет со всеми. Отталкивается. Походу я заебаюсь. Тяжело. Слушай, резина еще как жопа. Как у тебя дела? Ножку потерял. Все, найдем тебе ножку. Видите, вы откуда? С Нижнего. Круто вообще, мы прям услышали. Сосновский район очень сильно. Thank you.
Всех разогнал. Вы так заводите, что ли? А ты что, топливо? Ну, я сейчас нормально. Они, наверное, подожди, смотрели канал «Урал Гона» и увидели, как Сергей Батурин заводит свой «Урал». Да. Хотят повторить это. Ну, мы с вами болеем. Мы с вами болеем за мотоцикл «Минск» из-за того сумасшедшего парня, который едет совместно с настоящими эндуристами по этому сложному маршруту. Пойду, найду его. Так, это был наш Минск. Аж не нагрелся. Слушай, мы всем телевизором за тебя переживаем на твоем Минске. Как ты вообще, в порядке? По-моему, ты сказал, что ты не нагрелся. Я нагрелся, он нет. Чудесный аппарат, класс. Дойдешь до финиша? Не то слово. Спасибо организаторам за такую движуху. Чудесно вообще все. Очень рад. Едем полигончиком. На Таллинн 140, Цараевка. Как идет, нормально? Да, все, все. Не отстаешь от парней? Нет, нет. На более мощных аппаратах? Нет. Едем. Резину так маленько спустить. Спустить? Да, накачаться. Так есть насос здесь, вон, а давай спускай. Ну, можешь спустить, что и останешься в лесу. А ты очки-то выбросил, что ли? Нет, от греха подальше снял. А вот и наш Минск, парни, наш Минск идет на рекорд. Yeah.
О, откуда-то не возьмись, появилось чудо. Интересно, да, Сергей? С тобой неинтересно. Как ты по этим, по бревнышкам проехал, расскажи. О, тяжко. Резина лысая слишком, наверное, для бревнышек. Ты нормально так, не то, что... Но было круто. Он молодец, Минск молодец. Белорусы, чудо люди. Были когда-то. Сейчас не знаю. Новый Минск не пробовал. Вот механик у меня чудесный. Как будто тоже белорус. Брат, ты где у тебя? Потерялся. Где-то в Сосновских лесах. Не поедешь искать? Я сам забужусь, куда поеду. Что, достали вы его? Было сложно, мы с вами. Кто это мы? Команда города Палуа. Совместно команда Сосновская эндуро. Накидываю. Я понял. Да. Все, у тебя там одета. Маска. Что случилось? Все, беда. Поедете, нет дальше? Конечно. Да. Все. Как новый? Ну, давай, второй попытки заедем. Саня нам хочет показать экстра-класс от сосновских ребят. Я думаю, это будет круто, если он войдет в эту гору, в которую с трудом входили мотоциклы. Ну, я думаю, ему это удастся. Лебедку уже порвали. Туда. Перекур. Саня, скажи нам, пожалуйста, а зачем тебе это надо? Тебе для контента. А тебе? А тебе зачем? А то бы не интересно было, Сергей. Да-да. Ну, мы добрались, судя по всему, до некой предпоследней точки. Добрались до нашей контрольной точки озера Унзова. Мы здесь остановимся на перекур, поедим, отдохнем. И уже с новыми силами поедем на озеро Рой. Все здорово. Ну, а мы тем временем вот так вот яичко, перчик, помидорка, сальца кусочек. Да, видишь, уже носатый что-то тут промышляет. Все офигенно. Вот. Все целые, да, поездка, все у нас в порядке. Поездка в кайф, все офигенно, мы где-то вас потеряли. Ну, честно сказать, по песочку мы покатались. Но 30, мы выжили в Сосновке. 30 минут,
Я приехал сюда, я вас 2 часа здесь жду. Ну, я оказался в тех домиках, где мы ночевали. И потом я 30 минут по лесу гнал 60-70, все, я здесь. Ну, 30 минут я здесь. Я уже тут 2 часа хожу. Мясо пожарил, Константин? Нет, мяса не было с собой. Грибов нашел? Грибов нашел. Давай жарить. Давай есть грибы. Меня можно смутить таким количеством внимания. Нет. Вот атмосфера меня очень радует. Очень классно. Я первый раз на таком мероприятии. Очень круто. Реально. Люди собираются, люди все объединены одной идеей. Все круто. Организаторам спасибо. Всем, кто помогал. Организаторам, видеооператорам, всему народу, который здесь присутствует. Тоже огромное спасибо за всю эту атмосферу. Рад быть частью блестящей команды. Ну, несмотря на то, что ты на Минске, да? Да. 30 километров, наверное, мы проехали общего пути на Минске. Чудесно. Вместе со всей группой старался не отставать. То есть, как бы, Минск подходит под хард-эндуро практически. Да, я очень рад, что я дошел до финиша. Еще вернуться на базовую точку, и будет замечательно. Так что вот я всем советую, всем, кто задумывался об этом. Не надо думать, надо брать и делать. Надо брать мотоцикл, надо заражаться этой идеей. И отдавать всего себя это. Я вот рад, что у меня так получилось. Очень много было препятствующих факторов, но мы все преодолели с моим лучшим другом, который мне предоставил, собственно, этот Минск. Довел его до идеального состояния. Того состояния, что позволило мне доехать до финиша. Я очень рад присутствовать сейчас здесь. Спасибо. Чего, кушаете, да? Перекусываете чуть? Молодцы, пирожки, все, сальцо, кусочек, все, смотри, пряники, хлебушек, молодцы, да, все правильно. Все классно, маршрут. Еду по лайту, но, честно говоря, на таком мотоцикле не скучно, совсем не скучно. Ты на Новой Африке дуешь, что ли, да? Или это не совсем новая? Предпоследняя? Ну, предпоследняя, да. Предпоследняя Африка. Все-таки для такого маршрута мотоцикл тяжеловат. Ну, в принципе, не отстаю и никого не задерживаю. Но и не скучно совсем не скучно. 7 потов. А это всего лишь лайт. Классно. Мероприятие супер. Привет всем. Ребятам из Сосновска большое огромное спасибо за эту катку, вылазку. Каждый год здесь собираемся, все довольны, с каждым годом все больше и больше людей собирается. Прошлый год 30 человек, 35, сейчас уже более 50 единиц собираются техники, только мототехники. Именно для этого мероприятия у меня прям за неделю, прям буквально до выезда, я был без колес. И что, мотоцикл купил, что ли? Я купил мотоцикл. Да ты чё? Красавчик! Красавчик! Я купил мотоцикл, и я не мог пропустить этот день. Один раз в год это бывает. Я просто не мог, ребята, пропустить этот день. Я купил мотоцикл, и все. И выехал сюда. Я сейчас доволен. Одни и те же лица. Приятно встретиться, общаться. Спасибо, ребят. Спасибо. Огромное спасибо. Сосновская форева! Приехали, собрали такую массовость. Вот. Мы подготовили вот такой кубок одному из участников, он был сделан. Да. И мы хотим его вручить Рязанову Константину. Это тот человек, который приехал вчера, ночевал у нас здесь на Сереже, приехал на озеро Рой и сразу там заплутался, да? И мы весь маршрут ездили без него. Он сам какими-то своими тропами приехал сюда. Выжил в Сосновских лесах. Ходим.
парень с призом застрял. Парень с призом застрял. Решил уехать. Да-да, решил уехать от вас. Устюг Дима, да, Серег? Устюг. Он там прилег уже. Всех приветствуем. Мероприятие понравилось, участвовали первый раз. Получили море эмоций положительных. Вот. Организация отличная. Вот. В следующий раз планируем поехать. Ну и в целом весело отдохнули, получили море положительных эмоций. Все, спасибо. Все, всем спасибо. Было очень круто. Оседлаю своего коня и отправлюсь дальше. Пересасывают отечественную технику, приходилось заводить сверхача. Ну, как без этого? Че тут с обдом, Серый, распрямился, что ли? Чего? Чего-чего? О, с обдом что, спрашивает? Корень его от дерева поцарапал. А, корень выпрямил? Да.